Отопительный сезон давно закончился, но у сотрудников муниципального предприятия «Тепловые сети» сейчас горячая пора. Согласно утвержденному плану, уже до 1 сентября они должны полностью подготовить город к следующему отопительному сезону. Выполняются работы по замене ветхих участков трубопроводов, тепловых трасс, горячего снабжения. Согласно плану подготовки к отопительному сезону 2017-2018 года, утвержденного городской администрацией Белорецкого городского поселения. На котельной 1 производится замена дымососа на котел ТВГ-8. На ЦТП-2 выполняются работы по замене циркуляционного насоса. По краевой программе на предприятии планируется замена котельной номер 7, это в районе Птички, значит, на блочную котельную. И полная реконструкция котельной номер 4 в связи со строительством нового супермаркета. 12 числа мы ожидаем поступления труб, комплектующих материалов. Будем дальше заниматься заменой ветхих участков трубопроводов согласно плану подготовки к зиме. Всего планируется отремонтировать 5% от общей протяженности общегородских сетей отопления и водоснабжения, что составит около 2 километров трубопроводных линий. Продолжаем выпуск.